Привет, ребята, с вами Ришат. Сегодня мы с вами будем играть Call of Duty. И я выбираю компанию. Будем играть компанию. Так, у нас туман войны, Пикадилли и внедренный агент. Давайте с этого начнем. Туман войны. И выберем реализм, уровень сложности. Будет очень сложно. Наша война не за веру. Мы воюем, чтобы изгнать чужаков с нашей земли. Мы Алькатал. Мы убийцы. Мы сражаемся без печали. Мы ведем войну без сочувствия. Только так живет. Так умирает настоящий солдат. Отлично, тут у нас самоубийца. Взорвал себя и всех. Чарли 2 главный, я Эхо 3-1. Главный слушает. Вижу площадку. Наши парни прибыли вовремя. Понял, 3-1. Отряды Копье к бою готовы. Можешь начинать. Отлично. Полковник, у нас проблема. Поздно, Ласвон. Мы проблема. Начали. Нет, пока я не скажу. Как всегда поздно. 3-1, я хранитель, как слышно? Резидент Ласвелл, слышу вас. Генерал Барков отправил на склад новую партию хлоргаза, которую наемники этой ночью повезут автоколонной в Урзыкстан. При сопротивлении вам разрешено открывать огонь, но только не по российским солдатам. Международные проблемы нам не нужны. Нет гарантии, что российская армия не ответит. Я поняла, Надя. Найдите газ. Давайте сюда. Вас понял, справимся. Идем. Все в ответ. Копье прикрывается к точке. Выдвигаемся. Нам надо поторопиться. Люди Баркова сегодня перевозят газ. Каковы шансы, что мы наткнемся на генерала Баркова? Русского генерала тут точно. Осторожно. Да, наверх! Я слышал! За гребнем! Слышу двух. Ищут нас. Два наемника. Без формы. Третий отряд. Значит, можно их снять. Все чисто. Понял. Вставайте на гребне, давайте осмотримся. Синий Викинг 5, я Эхо 3-1. Прошу поддержки. Ждите подтверждения цели. Понял вас, 3-1. Викинг ожидает. Разведай местность. Убедимся, что там нет российской армии. Глянь туда, ЦРУ. Убедись, что все чисто. Через главные ворота заезжает машина. На вышке, сверху слева, не солдат. Понял. КП, точка входа. Все цели наши. Машина поехала. Патрульная машина. Наемники. Охрана. Разрешенные цели. Российских военных там нет. Зови авиацию. Синий Викинг 5, я Эхо 3-1. Солдаты на открытом пространстве. Южные ворота. Разрешаю атаку. Понял вас, 3-1. Цель захвачена. Атакую через 5 секунд. 5 секунд. Осторожно, что вы молчите? Эхо 3-1. Цель поражена. Викинг уходит на базу. Доброй охоты. Спасибо большое, Викинг. Дальше мы сами.
противника. Их много. Нас напали! Найдите пропавших! Остальные, охраняйте груз! Подожди, пусть подойдут. Найдите их и убейте, иначе генерал убьет нас! Чисто, вперед! Внимание! Солдаты противника, их много! Нас напали! Найдите пропавших! Остальные, охраняйте груз! Подожди, пусть подойдут. Кто-то играл с огнем. А нечего было химикаты распространять. У нас нет, парни. Так что глядите в оба. Будьте начеку, мы заходим вслепую. Заходи сбоку и снимай его! Прорываемся! Надо захватить газ, пока они его не увезли! Враг, 10 метров! Вижу цель! Один его, 20 метров! Я перезаряжаю! Двигайтесь, когда он не стреляет! Движутся! Вижу цель! Драку баррикады! Шевелитесь, когда вы не на линии огня! Он раскрылся! Вижу цель! Они движутся! 20 метров! Вижу цель! Там враг у баррикады! Вижу цель! Иду. Давай туда! Уничтожить пулеметное гнездо! Огонь по гнезду! Вижу врага! 40 метров! Прикрой! У всех ящиков один! Пулеметное гнездо! Есть один, сью! Эгем, огонь по мне! Стрелок держит второй этаж! Сзади! А где они? Он играет! Вперед! 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 Вперед!
Вижу врага! 40 метров! Принято, вижу их! Противник вышел! Двигайтесь, когда вы не под ударом! Эй, прикрой Чего? Меня! Противник вышел из укрытия! Вижу цель, 30 метров! Прикрой меня! Противник! Пулеметчик убит! Он убит! Молодец, Дэро! Давай сюда! Принято! У всех ящиков один! Вижу врагов! Они уходят к складу! Они к западу от нас! Пошли! Чисто! Там должен быть газ! Если мы не опоздали! Чисто! 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 Внутри могут быть химикаты. Надеть маски. Начали. Они свет отключили. Включаем фонари. Темно, хоть глаз выколи. Слышите? Говорю вам, тот, кто вырубил свет, еще черт. Вы это видели? Найти его. Он убит. Может, это от бомбежки? Они здесь. Черт, вы это видели? Найти его. Контакт! Он убит. Вот он! Движение на мостике! Движение на мостике! Чисто! Все чисто! Давайте включим свет и найдем этот газ. Понял, Креатин. Еще! Еще где включить свет? Включим свет, найдем газ и уходим. Облом. Дверь открывается электричеством. Нам нужен свет. А вот и свет.
Есть электричество. Эй! У нас проблема. Это русские солдаты. Спецназ. Хранитель, я 3-1. Наемники Баркова, российский спецназ. Мы убили русских солдат. Надо срочно уходить. Ответ отрицательный. Командование требует выполнить задачу. У нас нет выбора. Убедись, что это то, что нужно, и мы подготовим машины к выезду. Джекпот. Вижу газ. 3-1, принято. Загружайтесь и возвращайтесь на базу. Понял. Выдвигаемся. Всем внимание, мы едем к точке эвакуации. Следить за секторами. Отлично, Алекс. Встречаемся у точки отхода. Машина! Ой-о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 й
3-1, я слышу, как слышно. Вперед! Я помогу всем! Нужна эвакуация. Вас поняла. В вашем направлении сейчас движется немало российских солдат. Держитесь. Мы уже идем к вам для быстрой эвакуации. Конец связи. Теперь эта операция под особым наблюдением. И что это значит? Что у тебя больше нет полномочий, полковник. Это мои морпехи. Нужна ударная группа. Это нецелесообразно. А это не тебе решать. Полковник Ласвелл. Генерал, мои люди. Норрис, оставьте нас. Да, мэм. У нас проблема. Начальство Баркова отказало в мирном урегулировании. Шестой флот лезет в Черное море, а химическое оружие черт знает где. Ты везде наследила, Ласвелл. Разберись. Ясно? Генерал, сейчас наше лучшее оружие — разведка. Пробовали мы разведку. Нужно что-нибудь получше. Джон? Ласвелл. Где ты? Я занят. У меня проблема. Русские? Уже знаешь. В руки к террористам попало химическое оружие. Они могут быть где угодно. Париж, Нью-Йорк. Лондон. Ой. Когда начнем? Мы уже. Террористы тоже это знают? Не превращайся в Лондон в зону военных действий. Ясно? Да, более чем. Отбой. Мы сами по себе. Справимся. Ну что, за работу? Принято. Сержант. Внимание, белый фургон. Все по описанию. Это они. Ворон, не осабля. Машина движется на север. Уходим. Белый фургон! Слева! На штурм! Пошли! Они здесь, братья! Они здесь! Полиция! Стоять! Руки вверх! Быстро! Лечь на землю! Сейчас же! Не повторяйте ставку! Сейчас же! Не повторяйте ошибку! Пушка!
Ворон, я Сабля 2. Где войска, черт возьми? Ворон, я Сабля 2. Срочно шлите нам подкрепление. Войска уничтожены. Все, что вы толкнули, свои прибыли. Стрелять! Свои, свои! Я понял. Оружие есть? Капитан Прайс. Сержант Керрик. За мной. Надо проверить углы. Помогите! Помогите! Наверху. Помогите нам! Сюда! Прошу, помогите! Снимите ее с меня! Пожалуйста, снимите! Сержант, иди сюда! Помогите! Я не террорист! Всем постам! Тут человек с бомбой! Держитесь подальше! Я не хочу умирать! Я хочу домой! Не получается! Поможешь? Я хочу своих девочек увидеть! Хочу увидеть девочек! Сейчас рванет! Не могу снять! Некогда! Помогите! Помогите! Нет! Всем постам! Бомбы больше нет! Выходим, готовьте врачей! Сохранять спокойствие! Мы вас выведем! Ты цел? В норме! Идем! Ты сегодня спас людей, сержант. Лучше бы вообще без этого обошлось, сэр. Нас послали с пустыми руками, чтобы все мы могли делать вид, что войны нет. Да, нет войны, блин, как же. Тогда почему нам связывают руки? Черт возьми, пора начать драться в полную силу. Сэр. Давай. С такими ограничениями у нас нет шансов, капитан. Пускай они говорят, как нам делать нашу работу. Эту ячейку вели неделями. Так у тебя есть ценные разведданные? Да дофига, сэр. Ладно, Гарик, ты со мной. Ответственность взяла Алькатала. Но приказ отдал Волк из Рузыкстана. Там Алекс ищет украденные химикаты. Ему нужна будет помощь фронта освобождения, так что пусть свяжется с командиром. Знаешь командира Карим? Мы знакомы. Сошлитесь на меня, а то его убьют. И что передал капитан Прайс? Командир Карим, меня зовут Алекс. Я слушаю, Алекс. Это засекречено. Идите, братья, готовьтесь. Двое суток назад террористы украли груз русского газа. Так поступает только Алькатала. Люди Баркова не различают Алькаталу и ваших бойцов. А для меня нет разницы между Алькаталой и людьми Баркова. Они все террористы. Мы бы никогда не стали использовать яд. Надо найти его, пока... Пока что? Не увезли в Европу? Или Америку? Мы с этим каждый день живем. Командир, уже пора. Кто это? Алекс, это мой брат и заместитель Хадир. Вы из ЦРУ?
Он работает с капитаном Прайсом. Так вы убиваете людей Баркова? Есть друзья, они могут помочь. А решать уже вашей сестре. Конечно. Моя сестра командир. А люди Баркова все еще здесь. С оккупацией надо кончать. Хоть с этим мы с вами согласны? Люди генерала Баркова контролируют город. У нас есть план, как это изменить. Ракет у нас нет, но методы есть. Если ты с нами, мы поможем. Но ты должен сражаться. Что ж, за дело. Добро пожаловать в Урзекстан. За мной. Эти тоннели — наша жизнь. По нашим данным, русские командиры сегодня в городе. Устроим им засаду. Как? Взрывчатка. Это их отвлечет. И оттянет охрану с русской базы, что даст нам возможность атаковать. Мы должны отдать все силы. Если увлечься, можно потерять и себя. Готовься к атаке на базу. Удачи. Алекс, бери заряды. Взрывчатка с удаленным подрывом. Спасибо. Присмотри за сестрой. Удачи. И тебе. Здравствуй, Тарик. Сюда. Скорее. Ты американец? Он надежный. Вот, Алекс. Надень. Как я выгляжу? Сойдет. Тарик, какие новости? Русские рядом. Если они увидят ваше оружие, начнут стрелять. Тогда наш план провалится, еще не начавшись. Алекс, оружие нас выдаст. Не показывай его русским. Спрячь пистолет. Увидят — умрешь. За мной. Войска Баркова заняли весь город. Сегодня все будет очень плохо. Нет, нет! Офицеры. Сам Барков будет? Вряд ли. Он прячется, пока другие делают за него грязную работу. Что за грязная работа? Наказание. Мужчины работать! То, женщины к машинам! Здесь мы разделимся. Делай, что скажем, чтобы не выделяться. Иди через главную дверь. Я найду тебя на той стороне. Несмотря на мою щедрость и опеку, в Урзекстане еще остались те, кто отвергает Я прошел. Иди налево, по переулку. Видишь того солдата? А ну стоп! Нет, нет, пожалуйста! Убери его. А ну сюда, быстро! Помогите! На помощь! Карим? Береги себя, сестра. А ты находчивый. Хорошо. Пошли. Я поставила дальше своих людей. У них будет для нас взрывчатка. Мощный взрыв оттянет войска от русской базы. Черт. Солдаты Баркова нашли моих людей. Они, наверное, уже мертвы. Шуметь нельзя. Нужен глушитель. Найди масляный фильтр. Используй его как глушитель. Поищи в гражданских машинах. Я пригляжу за охраной. С этими бабами надо держать ухо востро. Эти доморощенные! Они все прячут лица. Убивающие! Есть и другие способы их различать.
Здесь не будет ни мира, ни порядка, пока мы не изведем под корень тех, кто поддерживает этих дикарей. Я честный генерал. Мое правосудие будет быстро. Проверь гараж. Никаких судей и присяжных. Только преступления и наказания. Одного за другим мы истребим этих провокаторов и сгоним с этой земли. Да, подойдет. Хорошо. Возвращайся и заходи справа. Заводи его от дома в дом. Обойди машину. Справа. Нет. Барков просит взять кого-то живым. Бери двоих. Остальных сниму я. Рабочая сила. Я подобрал! Какого чёрта? Чисто. Не шуми. Двери не подходи. Осторожно. Могут быть растяжки. Взял на прицел? Ага. Займись двумя. Я беру с тобой третий. Чисто. Сюда. Жаль твоих связных. Взрывчатка у нас. Их жертва будет не напрасной. Прячь оружие. Мы выходим наружу. Если идете против генерала Баркова, из вас сделают пример для остальных. Стой. Пожалуйста. Ей просто страшно. Здесь. Я сам вижу, что с ним. Ты понимаешь, почему мы это делаем? Они повешены, потому что не подчинились нам. Теперь смотрите на них. Идем дальше. Видите? Если вы нас слушаетесь, мы можем жить мирно. Это же военное преступление. Наказание. Мы уже договаривались об этом. Но иногда необходимо напоминание. Что мы можем сделать? Выполним свое задание и положим конец жестокости Баркова. Посылает вертолет. Мы их сбиваем. Сюда побегают солдаты. Что даст нам возможность отрабатывать? Да, дальше. Я тебя прикрою. Если будут охранники, снимай их, но бесшумно. Встретимся тут, когда ты закончишь. Чтобы вы могли спокойно трудиться и процветать под моим управлением. Несет лишь войну миролюбивому народу Узбекистана. Так называемые борцы за свободу и их сторонники угрожают покою и безопасности законопослушных граждан. Сегодня они будут наказаны. Все, кто возомнил, будто моих солдат можно победить террором и тайными планами, жестоко ошибались. Шоу, работа дала! Повторяю, никогда не отдам эти земли на разрешение парам и террористам. Мы искореним всех чужаков и сохраним страну навсегда. Наши враги никогда не увидят победу, нет. Только смерти. Россия пришла, чтобы защитить вашу жизнь, ухода охрана. Свободу и если нападешь, постарайся незаметно. Резервы моих бойцов. Мужчины там! Уходи! С дороги!
Преступники и террористы разрушают эту страну. Но сегодня Курзакстан истекает кровью. Страна потеряла слишком много славных сынов. Преступники и террористы разрушают эту страну. Ай, ты уже на крыше рядом с вертолетом? Мы им покажем. Я ищу путь наверх. Кто не подчинится мне? Враги могут быть даже среди вас. Не болит. Стой. Там охранник. Наверху лестница, слева. Наблюдай за толпой. В случае опасности открывай огонь. Балди! Пристрелиться! Я прикрываю. У тебя кошачья реакция. Вообще-то я собачница. Заряд заложен. Вот теперь они отвлекутся. Так и надо. Теперь к следующему вертолету. Благословение и при поддержке Соединенных Штатов и Великобритании. Каждый, кто помогает изменникам, будет приговорен к смерти. Минус два. Неплохо. Вместе мы можем стать единым фронтом против Запада. И искоренить чужеродные элементы. Товарищи и все верные граждане Курзакстана. Я у цели. Я генерал Роман. Ты знаешь, что делать. Главнокомандующий на этой территории. Черт, чуть не погиб. Несмотря на мою щедрость и опеку, в Курзакстане еще остались те, кто отвергает путь, ведущий на заряды всех заложен. Безопасности, миру и процветанию. Вредители и смутьяны продолжают совершать бессмысленные атаки во имя так называемой свободы. Возвращайтесь сюда, Арик. Великую страну! Здесь не будет чисто. Ни мира, пора. Ни порядка, пока мы не изведем под корень тех, кто поддерживает... Подрывай. Внимание! Охренеть, Алекс, здорово! Теперь сюда! Какая щедрость. Жаль пропускать шоу, но нам пора начинать атаку, пока не поздно. Следующая улица выведет нас обратно в тоннели под дом Тарика.
Вот черт! Пошел назад! Нас окружают! Сейчас будет взрыв! Направо, Алекс, направо! Стой, мать! Окно! Фара, это что еще такое? Военные преступления Баркова. Ложись. Прячь оружие. Их слишком много. Не шевелись. Меня Баркова. Это на улице рвануло. Спрячь оружие. Их слишком много. Не шевелись. Не двигай головой. В этот раз до них дойдет. Все, можно. Сними двух лет. Молодец. Данель, быстро. Там могут быть еще враги. Смотри, подкрепление с авиабазы. Наш план сработал. Стой. Черт. Ударь, как ты дверь. Вперед! Где Тарик? Мёрт. Он никогда бы не покинул свой пост. Пошли.